Роботизированная система запускается внутрь трубопровода, проходит внутри трубопровода и производит фотографирование и ультразвуковую диагностику. Выдает результаты утонения трубопровода на компьютер. Там производится обработка и выдается ремонтным бригадам для устранения уже. Все данные с робота поступают в ноутбук, с камеры изображения, также остаточная толщина металла трубы. На этот год запланировано диагностики порядка 8 километров. На данный момент пройдено 5 километров 600 метров. Выявлено около 240 дефектов.